В один из своих приездов в город Барселона, куда я иногда езжу именно как турист, ну, объективно есть что посмотреть в этом городе, я встретился с местным риэлтором из Барселоны, с которым я до этого был знаком лишь заочно, то есть переписывался с ним по каким-то вопросам, но вот лично мы с ним встретились первый раз. И мы с ним сели, я с рюмочкой кофе, я алкоголь не употребляю, он с бокалом, ну, скажем так, не кофе, и стали разговаривать про разные вещи. И вот в этом разговоре я высказал ему такое предположение, что про город Торревьеха, в котором я живу и работаю, гадости в интернете пишут риэлторы из других городов, которые злятся из-за того, что в нашем городе очень много русскоязычных людей приобретают себе недвижимость. И вот этот риэлтор из Барселоны, который к тому времени уже подобрел от своего не кофе в бокале, сидел расслабленный, слегка раскрасневшийся, совершенно спокойно мне сказал: «Константин, а ты еще и сомневался в этом? Ну давай открою тебе маленькую тайну. Лично у меня есть 4 левых аккаунта, с которых я регулярно пишу гадости про твой город. И это естественно, что я буду писать. Дело в том, что у нас в Барселоне за 150 тысяч евро можно приобрести плохенькую квартиру, да еще и в нехорошем районе, а у вас за те же деньги можно купить двухэтажный таунхаус со своим земельным участком. И понятно, что мне обидно, когда те люди, которые могли бы стать моими клиентами, в итоге приезжают к вам в Торревьеху и тратят свои деньги там. Ну а вы, естественно, заработаете. Кроме того, сказал мне этот барселонский риэлтор, ваша Торревьеха, а ее уникальность заключается в том, что большое количество людей русскоязычных, которые знают только русский язык и приезжают в этот город, годами, пока учат испанский язык, могут достаточно комфортно жить в Торревьехе, потому что у вас там в различных организациях понапхали сплошь и рядом русскоязычных специалистов, и вот таким другие города Испании похвастаться точно не могут. Поэтому да, я писал и буду писать такие отзывы про твой город. А куда деваться? Это называется конкуренция. После этого этот барселонский риэлтор еще сделал несколько глотков своего не кофе и сказал замечательную фразу. Ну вот я прям ее запомнил. Он сказал: да я бы и сам уже давно уехал из этой Барселоны, в первую очередь из-за своего сына, который еще маленький, учится в школе, и ему приходится одновременно учить и испанский язык, и каталанский. И фиг ты от этого каталанского языка откажешься. А на английский тратит вот совсем немножко времени, то есть английский он по факту не изучает. А вот у вас в Торревьехе, я точно знаю, сказал он мне, от валенсиана можно отказаться, потому что, по моему мнению, человеку в Испании испанского языка вот так вот хватит, ну, немного еще английский знать, и этого более чем достаточно. А мой ребенок мучается и вынужден учить каталанский. И у меня просьба к зрителям, если вот такие рассказы, скажем так, из моей жизни для вас интересно, напишите в комментариях свое мнение, стоит продолжать такую тематику, интересно ли вам. И плюс к этому, риэлторы из других регионов, жду от вас комментариев о том, какой плохой город Торревьеха, что это испанская деревня, правда, с населением в районе 100 тысяч человек. Только заодно черкните пару предложений про то, что в этой испанской деревне в районе торгового центра Абанерос недавно начали строительство грандиознейшего жилого комплекса, где там множество многоэтажных домов будет строиться. Техники туда нагнали, просто десятки единиц техники, а в нескольких сотнях метров от места вот этого жилого комплекса, который уже активно строится, уже построили новую школу. Если вы хотите пообщаться по вопросу подбора недвижимости в городе Торревьехе или ее окрестностях, или по вопросу оформления вида на жительство в Испании, напишите в WhatsApp, и мы согласуем с вами время бесплатной консультации.